У меня в гостях Екатерина Юрьева, представитель компании Светланова Moscow. Екатерина, скажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании и с какой коллекцией вы к нам приехали на выставку CPM? Мы приехали с текущей коллекцией «Весна-лето». Соответственно, мы представляем то, что у нас есть сейчас на складе, то, что мы производим, и то, что у нас будет поступать в ближайшее время. И мы не приехали, мы московский бренд, мы базируемся здесь, мы основались здесь, соответственно, welcome. Мы не приехали, мы пришли. Екатерина, скажите, пожалуйста, что уникального в вашей продукции? Вот что нравится клиентам вот именно у вас? Я скажу так, что за последнее время мы сделали очень качественный шаг в плане дизайна, и клиенты эти очень заметили, и все прям как один говорят, что большие молодцы, вы очень трендово выглядите, у вас прослеживается тенденция современности, тенденция того, что интересно нашим клиентам, и это все продается, и, естественно, у них не возникает вопрос, куда идти дальше за покупками и за закупками, потому что все есть здесь красивое и продаваемое. Весна еще не пришла, вы приехали с коллекцией «Весна-осень», как я понял, «Весна-лето», «Весна-лето». А какие цвета будут в моде и вообще какая одежда будет в моде этим летом? Я могу сказать так, что оверсайзность остается, яркие насыщенные цвета тоже остаются, также превалируют бежевые оттенки, ну все яркое, даже не знаю, как вам показать, подпрыгнуть только если, могу вот так вот показать. Не надо показывать. Наши зрители просто придут к вам и посмотрят вашу коллекцию. Скажите просто, где вы расположены. Да, 75C64 наш стенд. У нас стоит прекрасный горшок с большим зеленым цветком, прекрасным манекеном в желтом костюме. И там написано «Светланова Moscow». Так что welcome, приходите, мы всем будем рады. Кофе, шампанское с нас. Я к вам уже иду. Спасибо.